Итак, тема простая, но у новичков все равно могут возникнуть с ней некоторые сложности. Как поджарить мясо в Kingdom Come Deliverance? Итак, в самом начале игры, не знаю, вам потребуется это или нет, но я вам на простом примере, мы сейчас находимся на Ротаевской мельнице, вот, да, рядом с Ротаей, куда вы довольно быстро от начала игры попадете. Вот, тут дом мельника. Заходим в дом мельника, открыть. Дальше проходим, тут тоже открывайте дверь. В чем ваша сложность? Вы говорите, что вы там не можете в котелке его приготовить, потому что вам нужно не на котелок наводиться. В котелок вот у вас есть бросить, но это не то совершенно. Чтобы поджарить мясо, вам нужно наводиться вот на костер, приготовить. Видите, у вас появляется? Вот ладно, давайте я здесь ставлю. Вот смотрите, здесь у меня бросить в котелок. Ну, если бы я отсюда не поел, у меня еще было бы поесть из котелка. А здесь я навожусь приготовить. Можно еще огонь потушить, допустим, если удерживать Е. Точнее, разжечь и потушить. Вот, я удерживаю Е, он потух. Вот я опять удерживаю Е, он снова, видите. Вот, допустим, он горит всегда по умолчанию у меня здесь. Для того, чтобы приготовить, просто один раз быстро на Е нажимаю, на английскую Е или на русскую У. Все, я вот захожу в меню, видите. И здесь есть все, что вы можете пожарить. У меня есть вот мясо зайца. Кстати, оно, видите, вот этот значок красная рукаш, оно краденое. Вы его продать не сможете там никому, кроме мельника. И всякое такое. В общем, чтобы его пожарить, еще раз на Е нажимаем. Все. Вот такой звук, время проходит, оно у вас уже пожарилось. Еще раз зайдем, можем еще требуха пожарить. Это тоже с зайца выпало по перку у меня. Итак, вот, они стали не просто требуха, а вареные потроха и вареное мясо кролика, которое теперь можно есть, можно продавать, потому что значок красной руки над ним пропал. То есть вам просто надо не на котелок наводиться, а на костер. Видите, у меня уже нечего готовить в других местах. Также вам нужно искать не на сам котелок наводиться, а именно на костер. И учитывайте, что мясо, даже вареное, оно у него определенный срок. То есть все равно он портится, а сырое, по-моему, еще быстрее портится. Но, в общем, если что-то важное будет, если вдруг какие-то патчи что-то изменят в игре, пишите это в комменты, я добавлю это в описание. Самые лучшие комменты я закреплю. Если я что-то вдруг не сказал и что-то обновится, я опять же добавлю это в комменты. Все, спасибо.